ордами в кристальной воде. Все живут домами, ставленных людьми. Не поднимутся стулья коллеги и задранная обивка мебели. Иконы плачут о былом великолепии. Там, где мариновал себя провинциал, себе повиновался и прорицал, больше не пахнет человечьими феромонами. Собираются на вечер четвероногие. Ну а где тогда яичко? Будь ли там артур сестричка?
Желудочные соки, о роскошной фугрия, умоляю.